Привет, друзья! Вы снова на канале Views TV. И сегодня мы будем тестировать такое чудо-птичку. Это дрон от компании DJI под названием Phantom 3 SE. Сегодня мы в нашем видео посмотрим распаковку, с чего он состоит. И сегодня мы сделаем первый запуск. И все-таки ответим на нашу главную задачу. Дрон – это все-таки игрушка или это все-таки нужная вещь для любого бизнеса, любого дела? Смотрите наше видео до конца. Не переключайтесь. Инструкция на русском. Инструкция, краткое руководство тоже на русском. Комплект поставки тоже на русском. Все эти штучки. Пам-пам-пам-пам-пам. Всякие примечания осторожности. Наклейки. Кстати, кто знает, для чего наклейки эти? Напишите в комментариях. Так, красиво сделано. Продолжаем. Па-па-па-пам. Па-па-па-пам. Так, смотрим, что в комплекте. Пульт. Пам-пам-пам. В красивом пакетике. Так, USB. Так. Зарядки. Так, и запасные резиночки. А музыка есть там? Конечно, есть. Здесь отметка серая, значит на серое. И здесь специально написана стрелочка, какую сторону закручивать. Да, порядок еще. Ба-ба-бам! Да. Круто! Только из-за этого и купил. И нам нужно зарегистрироваться. Так, где наша DJI Go? Мы скачали Play Market. Sync Up или Sync In? Мы зарегистрировали его в приложении DJI, зарегистрировали почту, ввели логин и пароль и включили его. Теперь следующим действием мы обновили прошивку, последнее приложение последнюю версию в мобильном приложении. И сейчас мы его включили, и вот следующим по инструкции она просит его, чтобы мы его законнектили с приложением. По Wi-Fi. Сделали первоначальные настройки. Мы поставили режим новичка. Это чтобы можно было на 30 метров всего повышаться вверх и в сторону. И сейчас мы пробуем. Идем на улицу, пробуем его запускать. Итак, ребят, первое впечатление о том, что это неудивительно интересно, это точно факт.
Но о том, как это использовать в промышленных целях, в бизнесе, контролировать, мы с вами протестируем в следующий раз. Смотрите наше следующее видео. Мы будем использовать дрон в разных условиях, с разными видами деятельности и в сельском хозяйстве, в агрономии, в промышленности и на разных участках жизнедеятельности предпринимателей и предприятий. Но о том, что это действительно увлекательно и классно, и можно использовать его в целях таких фотографировать, снимать интересные кадры, это точно уже неоспоримо и факт. Поэтому смотрите наше видео до конца, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока! Огонь вообще!